Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в такую интересную лотерейку, как лимоны. Взял билетиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десяточек взял, друзья, посмотрим, что из этого получится. Вы тем временем подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео. Напомню, по правилам игры, чтобы выиграть 2 миллиона, покупаем такой билетик, стираем вот эту монетку. Здесь будет либо какой-то финансовый приз, либо будет написано «без выигрыша». Ну, я думаю, в принципе, хочется выиграть, и хотелось бы, чтобы вы выиграли крупные суммы. В данной лотерее 60% здесь призовой фонд, друзья, минимальный выигрыш 60 рублей. Часто попадалось мне по 200 рублей, даже, по-моему, попадалось 600 рублей. Главный приз 2 миллиона, друзья. Он еще не снят, насколько я знаю. А какой информацией обладаете вы, поделитесь в комментариях, друзья. И как интереснее покупать и где данную лотерейку. Давайте будем начинать игру. Обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео. И смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. Это очень помогает каналу. Поехали. 60 рубчиков. Отлично. 200 рубчиков. Чудесно. 0. Плохо. 200 рубчиков. Чудесно. А как вам так идет? 0. Плохо. 0. Плохо. Я где тут? Еще 0. Плохо. 60 рубчиков. Чудно. 200 рубчиков, друзья. 3 к ряду. 3 к ряду. Есть. И последняя. 0 рубчиков. Итак, смотрим, сколько же я выиграл, друзья. Десяток купил, да, напомню, десяток это на 600 рублей. Смотрим. 200. Еще 200. 400. Еще 200. 600. Плюс 120, это 720. 600 вернул и 120 в плюсе, друзья. Это ли не чудо? Хорошая лотерея, рекомендую. Но много не играйте. Игромания это зло. Помните это. И перед тем, как писать что-то в комментариях злобное под данными видео, друзья, обязательно просмотрите видео и то, о чем я вещаю. Никого не призываю играть, но если есть желание, можно взять там чуть-чуть, допустим, на деньги, которые никому не повредят, скажем так, не будут в ущерб. Вот как-то так, друзья. Сегодня сыграл, выиграл свои, забрал деньги, которые потратил на лотерею, и еще 120 в плюсе. Как-то так. Напишите в комментариях все, что вы думаете по данной лотерее. Лично мне эта лотерея нравится с каждым днем все больше и больше. Как видите, вот такие призы, друзья. Подписываемся на канал, я как обычно всех обнимаю.